ребятушки, исправила свои там неполадки, короче. Вот, посмотрите, да? Посмотрите. Ну, прям видно. Но это не открытие ли? Ли. Посмотрите, как видно, что это все само образовалось. Посмотрите, видно, что он даже немножко как-то в бок, да? Посмотрите, как отодвинуто вот это вот. Ну, как вот это прямо, ну, все видно свое родное. Свое родное, родившееся одно из другого. И везде жишка наша обволакивает наши нити. Посмотрите, как видно, да? Как она тут не доросла до конца. Вы посмотрите, вот что это такое вообще. Посмотрите. А? Как вам? Это вообще удивительно. Острый, видите? Острый угол. Видите? Острый кусок. Посмотрите, как она растет вместе с камнем. Посмотрите, как корневища такая из камня. Поглядите. Это гранит тоже у нас выросший сам. Смотрите. И вот, видите, как корневище такое. Чунгуна. А вот. В общем, классно, когда люди радуются, что у меня нет просмотров, у меня нет на этих подписчиков. Я прям валяюсь. Когда вот идет откровенная злость, я балдею. Посмотрите, наша жиша, кстати, знаете, нити, да? То есть, если бы человеку вообще было бы до меня все равно, да? Что бы ему писать? Блин. Посмотрите, это что тоже, да, какая-то, кстати. Ну, естественно, я подумаю, а что бы не подумать мне, потому что мне же пишут, да? Тем более, я столько работала, как... Не то, что работала, а просто я снимаю много, да, и поэтому у меня бывает... То есть я уже, как бы, как это называется? У меня перешла вот энергия там, например... Ну, я очень много трачу энергию на... Видите, как тут нити тоже, кстати? Энергию на съемки, и поэтому характер, да, потом уже меняется. Во-первых, я и ценить уже столько, уже, знаете, агрессии приходилось. Уже это... Становишься циничным, циничным становишься. Видите, здесь тоже нити, видите? Наши, это не паутины никакие. Ну, паутины, в смысле, только это жижевые, не паучьи паутины. Поэтому я поняла сегодня, у меня был экзамен, кстати. И посмотрите, как гранит, да, зреет. Тоже, видите, он? Посмотрите, как зреет, видите? Вот. Я всегда через себя пропускаю. Вот я такой человек. Если, например, мне что-то не нравится, да, в смысле, я чувствую вот там обиду или там агрессию, вот лучше я упаду, как это... потеряю лицо, но я выскажу так, как я в этот момент думаю. Видите, как тоже. Вот, потому что тогда иначе не на чем работать. А сейчас я вот, когда прочитала эти комменты, я пропустила через себя и поняла, что ну да, он прав. Понимаете, он прав. Все правильно он говорит. Поэтому я и написала, что ничего не изменилось. Я такая, как я была, грубиянка. Не грубиянка, но просто мне нравится. Если уж я такая грубиянка, ну, я бы не было вообще никого бы на канале. Ну, в смысле, как бы, ну, получается, что вот это люди, которые меня смотрят, они все, что они вот такие всем... То есть он обижает других людей, которые у меня на канале сидят. Что получается, что они вот... Им нравится всем моя грубость, да? Вот как бы он, получается, вот обижает этих людей. Вот это вилла Форнезия, это не Форнезия, это вилла, это... Короче, ребятушки, решетка вообще супер. И та там показала вам гранит. Ну, что, в общем, будем сейчас ходить. Там внизу тоже классно. Но так как он нам показал центр-то вот это вот, да? Вот это, наверное, это вилла, блин. Точно. Видите, там закрыто. Это красивая вилла, да? Но... Прикадентро и клиника. Давайте посмотрим. Я-то думала, что тут будет вход прямо вот тут. Нифига. Вход-то у нас сбоку. Посмотрите, какой парк, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он мне все сказал, ребятушки. Типа, иди отсюда. Посмотрите здесь, на церкви, видите? Колокольный, мол, растет. Ну все, поняла. Все, поняла.
блин. Сейчас смотрит такой, типа, пошла вон отсюда. Да, Видерика, у меня сами гордава. Типа, Вия, Вия. Молодец. Хорошо отрабатывает свой хлеб. Лако за секунду ты. Финиши. Короче, чельмура. Спать остай к Юнатиму. Я сейчас схожу, посмотрю, покажу вам покажу вам стену. Вот посмотрите, машина едет по ней. Посмотрите, видите, как поднимается, да, кстати. И это стена. И вот мы сейчас это заснимем, потом пойдем в другое место снимать. Видите, как он? Классно, да, он? Задом так быстро. Раз, раз, раз. Главное, чтобы собачка не выскочила сейчас. Тут тоже, вот посмотрите, да? Интересно, что за типа скобы. Углубление, да? Ну-ка. Смотрите. Все кудрявое. Еще у нее даже есть, видите, для нее специально есть углубление. Там стена какая-то. Блин, знаете, тут если так собаки выскакивают. Видите, как здесь видно, что все стены, да? Вот тоже стена. И вот эта дорога, стена, видите? Вот посмотрите. Видите, ну стены везде. А там. Сзади стена, видите? Там стена с отверстиями. И вот это тоже стена, видите? Видите? Кстати. Тут тоже, кстати, идет стена. Кстати, как дружка наша там. Не знаю, там сюда пойду, блин, там машина скажет, что ты идешь. Ну что, хожу их, снимаю стены, блин. Видите, как тут она поднимается. Тут уже, и посмотрите, тоже стена, видите, да? Тут уже крутой подъем. Посмотрим, что туда дальше идет. Ой, там собака, блин. Блин. Везде собаки. Он за мной не пойдет. Посмотрите, какие трубы росы, да, на этой церкви тоже. А? Так, ну вы понимаете, что стены везде, блин. Собачка. Эко. Блин. Лучше я пойду. Если туда пойду, блин. А, туда не. Вот, да, там тоже стены, но извините меня. Тоже собачки выскочат. Даже там интересно что-то, но страшновато идти, видите? Выскочится. Выскочит это кто-нибудь. Знаете, как труба роста торчит? А? Высокая. Жалко, что не видно этого прохода. Вот, смотрите, скамейка. Проход, да, кстати? Прикольно, да? С дверцей, да, вообще? Ну, мы сейчас пойдем, потому что это как бы не считается центром. Ну так, знаете, ветер холодный, ребята. Proviamo solo a vedere se si può vedere la entrata e poi andiamo in centro. Ecco. Cani, собаки везде. Везде.
Причем собачки такие здесь. Ой-ой-ой, которые действительно сторожат. Но это-то нет. Это типа Сони. Сигучи, это хорошая собачка, она не кусается. Кто хороший-то? О, зато здесь Коба, мы сейчас у него снимем. Скобки здесь, как эти, как в ушки. Скобы, я говорю, все разные. Как бы они кажутся одинаковыми, но они все разные. Там еще какой-то гвоздь, что ли, торчит. Живут в крепостных каких-то вот этих вот. Как сказать, стенах, которые стоят больше всего. И можно понять, почему. И вот эта жижа, она, видите, заставляет. Вот посмотрите, какой камень. Посмотрите, как он расщепился. Эта жижа это заставляет очень большие деньги вкладывать в их. Потому что здесь эти дома, они, посмотрите, какой камень. Он весь расщепился. Посмотрите. Глядите, уже тут вибрация прошлась, да? Которая, посмотрите, даже корни прямо. О, боже мой. Да вообще. Рассыпается, но не отодвигается, ребята. Я попробовала сейчас отодвинуть. Знаете, все тут треснуло уже, видите? Оно рассыпается. Ой! Боже мой, какая здесь акустика, ребята. Это вообще ужас. Невероятно. О. Ну, я уже нервная от собачек, блин. Тут, смотрите, опять вот это вот какая-то чугунная, ребята. Не, это вообще, это что? Это что? Это просто чугунная торчит, как дверца из стены. Ребята, это вообще невероятно. Это что? Чугунная торчит, смотрите. Просто чугунная типа дверь. Или что это? Это просто все. Невероятно. Посмотрите. Вот так вот, с такой скоростью бешено едут, да? Вообще. Просто. Вы понимаете? Просто вот такая типа дверца. Вообще. Так, ну что, включаю новое видео. Видите, тут наш гранитик. Смотрите, какой прям красавчик. А тут вот он непонятно расщепленный, да? Так, вообще очень странные, интересные вещи здесь. Пока-пока, ребятушки. Продолжаем.